На площадке Рио Дагестан состоялась пресс-конференция с участниками и организаторами турнира по смешанным единоборствам «Кейдж Файтинг Дагестан». Одним из организаторов Адам Залов рассказал журналистам о подготовке к турниру. Так как «Кейдж Файтинг» является начинающей организацией, в данный период идет активная неделя подготовки. Большая часть работы по плану подготовки к турниру уже совершена, и тут не обошлось без помощи Министерства по делам молодежи Республики Дагестан и руководства ММА. На данный момент уделяется большое внимание подготовке участников. Подбирали лучших бойцов, в команде есть и дебютанты, и профи. Многие состоят в крупных российских борцовских организациях. Фархад Хадулаев упомянул о благотворительной направленности организации. Идея создания промоутерской компании началась с желания помочь детям-сиротам. Неоднократно побывали в приютах и в интернатах. Обсуждали с их руководством все детали и виды оказания помощи. Часть средств, полученных от турнира, пойдут на улучшение условий приютов для этих детей. По словам Гаджимурада Абдулаева, некоторые бойцы предпочли участвовать в турнире с минимальным призовым фондом, заявив о желании направить часть суммы для социальных нужд. В завершении пресс-конференции Адам Залов отметил, что за день до взвешивания бойцов совместно с Министерством по делам молодежи планируется устроить гостям мероприятие экскурсию по Нарын-Кале. Патимат Алиева, Магомед Зурканаев, Ахмед Зайпулаев, Прибой ТВ.